Привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город», в студии Роман Корнеев. И прямо сейчас я вам расскажу про крематорий в центре досуга, кировских кровососов и про то, что зампред правительства Андрей Маури показал еще усы. Субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Коротко и занятно. Поехали! Сегодня, 11 апреля, в Кирове стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке. Но этих слов «благоустройство» и «санитарная очистка» нет в лексиконе жителей улиц Комсомольской и Сурикова. Продолжающееся строительство улицы Сурикова превратило в грязь все тротуары и дворы в этом микрорайоне. Жители для того, чтобы сесть в автомобиль, моют ноги в луже. У меня же просто крик души, вы понимаете, ползаем по грязи. Они говорят, терпите, пока не сделают дорогу, но это же нельзя так. Все грязно, собака сегодня выходила гулять, вся грязная пришла. Вся грязь несется в подъезд, и бедная уборщица по всем этажам моет эту грязь. Щебенкой подсыпали, вот, было чисто сначала, а теперь все уже заездили машинами, затаскали грязь. Но плачут жильцы не только Сурикова и Красноармейской. Мопра, Горького, Свободы и так далее. Многие улицы могут похвастаться своими грязными дворами и отвратительными тротуарами. В социальных сетях жители даже устроили фотовыставку самых грязных мест. Так что ловите, мои любители, пожестче подборку грязных фотографий. Продолжаем ямами. Ям на городских улицах становится все больше. В начале сезона дорожники старались залатать выбоины, а сейчас, по словам кировчан, дорожники пропали. Проваливаться или объезжать ямы приходится даже на центральных улицах. Так где же работники? Но в УДПИ говорят, что никто не пропадал. Работы, по их словам, ведутся, но только на аварийных участках и только ночью. Кстати, на днях ямочный ремонт будут делать еще одним более прочным видом асфальта. И наверняка тоже ночью. Наверное, потому что УДПИ руководствуются одним мудрым принципом, который сформулировал классик. Ночь, что за странная свобода от заката до восхода. Ночь, что за странная свобода от заката до восхода, что тебя надеясь вновь. И о приятном: в Кирове в скором времени может появиться крематорий. Об этом сообщил интернет-портал Ньюслер. По его информации, это заведение может появиться на Луганском проезде, неподалеку от биохимзавода и планируемого аквапарка. Учредителями компании, которая будет строить крематорий, по версии издания, являются владельцы микрофинансовой организации. И если это таки произойдет на том месте, о котором говорится, у нас в городе появится, наверное, уникальный центр для всей России. Центр досуга, торговли и, так можно сказать, отдыха. На одном и том же участке территории будут находиться торговый центр, строительный магазин, биохимзавод, ТЭЦ, а дальше появится аквапарк и крематорий. Красота! Хоть жилкомплекс рядом строй. А, погодите, ведь тоже есть планы. Клещи. Они проснулись в Кирове. На днях хозяйка двух котов сняла двух кровососов с двух котов. Это произошло в Котельниче, а в Роспотребнадзоре подтверждают, что начался сезон активности клещей. Активную волну жалоб на укусы клещей специалисты ожидают на майские праздники. Поймать кровососа можно будет не только в лесу, но и в городском сквере, но и в городском парке, но и на сайте знакомств, а потом прожить с этим кровососом длинную и печальную жизнь. Так что будьте внимательны. Продолжается история спасенных медвежат. Теперь их припроводили в Центр спасения медвежат. Такой есть в России. Это в Тверской области. И в этом центре маленькие хищники должны подрасти, окрепнут, а потом их отправят в лес.
И не исключено, что подросшие, окрепшие уже медведи вернутся в Кировскую область и вновь встретятся со спасшими их охотниками, но уже с непредсказуемыми последствиями. Ну и к мировым новостям, которые наверняка влияют на жизнь кировчан. Региональные ресторанные концепции начали активное продвижение по России после ухода крупных западных игроков. Как это связано с Кировом? Кировская сеть общепита «Донар» планирует расширяться в регионы. На данный момент у «Донара» 26 торговых точек в Кировской области, но они планируют открыть новые точки за пределами нашего региона. И кировчане поддерживают это решение. Единственная просьба у земляков – вернуть размеры «Донара-богатыря» как раньше, как было, а не как сейчас. Россиянам назвали не уступающие гречке крупы. Специалисты Роскачества назвали жителям нашей страны крупы, которые не уступают гречке по питательности и вкусу. Сэкономлю вам время. Это пшенка, перловка, ячневая крупа и полба. Кроме того, группа исследователей нашла связь между деменцией и варкой макарон. Соответственно, их тоже имеет смысл сменить на полбу, либо на исконно-посконную репу, но лучше на полбу. 2022 год. Эксперты предлагают россиянам перейти на полбу. И, наверное, на работу за 3 щелчка полбу. Кстати, примерно половина кировчан считает, что работа примерно сопоставима с побоями и негативно влияет на внешность. Такое исследование провели сотрудники компании Headhunter и установили цифру 41% кировчан считает, что это именно так, негативное влияние работы на внешность. Но, как мне кажется, это абсолютно не репрезентативное исследование, поскольку есть масса примеров, когда работа, наоборот, положительно влияет на внешность человека. Вот, например, заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури. На днях он продемонстрировал, что красивые, пушистые, шикарные усы у него не только под носом, но еще и на игрушках, которые он собирает. Представители коллекции «Банан», «Красная звезда» и «Дымковская игрушка» пожелали кировчанам удачи и хорошего настроения. Фотографию эту Андрей Маури выложил в своем телеграм-канале. И пока, пожалуй, это самый задорный телеграм-канал среди кировских чиновников. Ну а у Первого городского канала тоже есть масса совершенно нескучных социальных сетей. Переходите по QR-коду и наслаждайтесь. В студии был Роман Корнеев. И если кто-то спросит, почему же сегодня были новости про крематорий и усы, я вам отвечу. Какой город, такие и новости. Пока-пока.